Еще не очнулся? Кэролайн звонила. Ее отец умер. Останешься со мной, пока он не очнется. Конечно. Я не могу потерять еще его. Ты был прав насчет Элайджи. Оживить его было умно. Настоящее признание правоты. Становишься мягче, Стефан. Значит, можно не благодарить, что спас меня от Клауса. Заткнись. Можешь не благодарить меня, пока не отплачу за все разы, что ты спасал меня. Ты мог оставить меня там? Клаус убил бы меня. И Лена осталась бы с тобой. Я сделал это не ради тебя. Я люблю ее, Дэймон. Я тоже.